Либерал-демократы присоединяются к протесту против закрытия учебного учреждения в Комсомольске. Перед заседанием областной думы на расстоянии 50 метров друг от друга парламент пикетировали трое сторонников ЛДПР. В эфире нашего телеканала мы уже рассказывали о принятом властями решении закрыть комсомольский филиал энергоколледжа. Мера вызвала живое обсуждение среди учащихся, их родителей, педагогов и общественности. Ажиотаж создают и партийцы. На плакатах просят не противоречить конституционным нормам, колледж сохранить, а нынешнего начальника департамента образования региона Ольгу Антонову уволить. С плакатами ребята вышли, но скорее для камеры. Сами они о проблеме только слышали, а кто такая Антонова, и вовсе не знают. Чтобы протесты были действенны, нужно к ним готовиться. У нас вышло 3 человека. Вышло то, что у нас закрывает школу, Комсомольский закрывает энергоколледж. Вот, и мы против этого. Чем плохо-то? Ну, что закрывать? Ну, чем плохо, что его закрывают? Ну, значит, кто-то считает, что хорошо его закрыть. Почему вы считаете, что плохо? Ну, про это я точно знаю. Ну, где учиться-то ученикам-то? Нужно, чтобы учились. Вот, а так я особо ничего не могу сказать.